Доброго времени суток, делаем видеообзор на Makita Electro IO. Вот такой вот комплект у нее, то есть оригинала Makita. Сама Makita, кейс Makita. Makita оригинал у нас 2013 года, выбита причем. Оригинал сделана в Китае. Собственно, сама Makita. Давайте подключим ее. Хочу отметить, что крепление живое, не раздолбанное. Дальше идем. Регулятор работает исправно. Пользовались немного. года свежая Makita, за свои деньги советую покупки, можете переходить к оплате.